Друзья, всем привет! Вы снова на канале Фил Бокс Бро. С вами я, Фил. С вами он, Фил, и с вами я, батя. Сегодня мы продолжаем с вами играть в игру Майнкрафт. Маленькие кошмары. Сегодня мы, скорее всего, пройдем уже завершающую главу первой части и потом перейдем к прохождению дополнений. После дополнения будем проходить вторую часть. Да, совершенно верно. Вам, конечно, нравится эта игра. Да, если вам нравится эта игра, тогда пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите увидеть в будущем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы погнали. Все, погнали. Так, что у нас тут? Что, я слышу пение. Ты слышишь пение? Я слышу пение, это пение чрева. Это та самая чрев, которая стояла там, следил за порядком. Я слышу ее пение, да. Это как... Помнишь, мы на камерах смотрели это место? Да, точно. Так, что у нас тут? Так, ничего пока. Так, замок. Все, я вижу замок, значит, надо открыть. Куда пошел ты обратно? Ничего здесь нет, Фед. Не, я ничего не вижу. Стой. Думаю, что-то секреты какие-то, что ли? Не, даже не подтягивается. Не лезь. Так, пойдем. Замок мы уже увидели, теперь надо нам, получается, найти, как обычно, ключ. Так, вот это, наверное, камера. Вот видишь глаз на двери? Скорее всего, это и есть камера, та скрытая, которая была. Так, ну что у нас тут есть? Все ближе и ближе. Жуткие картинки. Я уже слышу. Так, ребятки. Она прямо тут уже. Включай фонарик. Я слышу. Где она? Я не вижу ее, никого не вижу. Ребят, вы кого-то видите? Не знаю, никого нету. Я слышу. Давай. Что? Я слышу, она... Вот она. Так, теперь стоп. Стой, она разбила зеркало. Видишь, она не любит зеркало. Она не любит зеркало. Так, нам сейчас аккуратно надо пройти. Она поет. И забрать ее... А вон статуя, прикинь, ее тоже надо разбить. Секретная статуя. Это ее статуя. Да, секретная статуя. То есть надо сейчас как-то нам... Если мы хотим получить ачивку, значит надо статую как-то разбить. Чтобы она не заметила, как это сделать, я не знаю. Ну, проходи дальше. Так, давай. Да я думаю, здесь можно ходить даже, хотя... Она нас услышит. Думаешь? Да. Так, ее комнатка, опять что-то занавешено. Знаешь что? А это что такое вон там? Это наша картина. Здесь она тебя не услышит, я думаю. Услышит. Думаешь, услышит? Думаю, услышит. Так, я не вижу ключа. Ребята, ключ-то мы пропустили. Слушай, а что такое? А что тут делать? Я думаю, что сейчас нужно свалить горшок и бежать куда-нибудь туда, спрятаться, чтобы она пришла, посмотрела, что здесь упало. А мы в это время... Получается, нет? Давай. А потом сразу беги туда, по кровати и беги. И прячься там. Беги! Вон ключ! Ключ! Она услышала, нет? Что-нибудь происходит? Она перестала петь. Прячься. Где? Что она? Слышу. Ладно, иди бери ключ тогда. Значит, она не обратила внимания, ну ладно. Она перестала петь. Она перестала, хорошо. Она уже не поет. Ну ладненько. Ключ вон где был, оказывается, спрятан. Ну давай. Да здесь, мне кажется, не обязательно падать, если она не... Ой, не обязательно красться, потому что если она не пришла даже, когда упал горшок, то она не придет, как будто ты будешь скрипеть тут половицами. Так что не страшно. Стой, подожди. Лучше все-таки пойти так. Ключ взяли и пошли. Так, сейчас самое главное пройти мимо нее. А, она ушла. Она ушла? Она вообще ушла. Наверное, прихорошилась, сделала прическу, накрасила губы около разбитого зеркала и вперед. Наверное, пошла на свидание. О, разбивай эту штуку. Обязательно. Да бросай ключ. Стой. Бросай ключ и залазь туда, начинай разбивать Зачем статую. Зачем бросать ключ? Ну, потому что не залезешь с ключом наверх. Нет, нам нужно залезть разбить статую. Мы же ачивку собираемся получить. Я хочу вот так вот. Такс. Хватаем. Стой. И разбиваем. Отличненько. Стой. Так, сохранилось у нас. Давай, пошли. Да мне кажется, она ушла вообще далеко уже. Ты думаешь? Да я думаю. Я хожу по осколкам только что. Не, ее нет, она ушла по-любому. Но здесь было бы и нелогично, потому что спрятаться вообще нереально нигде. Ну, так-то да. Куда-то она ушла. Может, в шкафу он сидит. Она реально куда-то ушла. Давай, бежим. Так, бежим вниз. Дверь там была. Давай, shift. Бежит, все, погнали. Она поет опять. Где она поет? Ну ладно, сейчас найдем. Где-то давай, беги, в той беги. Комнате поет. Давай, беги. Она где-то далеко поет. Сейчас разберемся. Сейчас откроем дверку и пройдем она дальше. Она где-то поет. Слушай, мне интересно, что будет дальше после того, как убьем мы ее. Если это итоговый, последний босс, так, что же будет там дальше? Там разбитое зеркало еще. Давай, заходим. Ой. Куча разбитых зеркал. За дверью ничего нету? А ты можешь спрятан какой-нибудь там номик или секретик. Включи фонарик. Фонарик. Что, ничего не то? Зачем я закрыл дверь? Ну ладно, неважно, туда не нужно идти. Иди. Давай. Так, ребятки, пока идем. Пока ничего. Нет, пока что есть какие-то звуки, как раз звуки, таки. Да? Ну ладно. А, вон она сзади, беги!
Беги, 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 сейчас он тебя съест, беги, беги, беги. Куда? Она там что орала? Ты не успел, она тебя съест. Нужно было нажимать, батя. Ладно, давай, я нажму, давай. Давай, переключайся на вторую. Едем, вон она, вон она, вон она. Вторая, да, на третью переключаемся. Давай еще, еще. Опа, пока. Пока, девочка. Это не тебя размазало? Что это такое было? А, это она там, типа, дух ее, что ли? Нет, так, это пыль. А, пыль? Блин. Лучше побежали кто отсюда. Кто такие они вообще здесь, монстры? Лучше реально лучше побежали кошмар. Отсюда. Ребят, побежали. Пишите в комментариях, кто такие эти существа? Кто они такие все? Пока вот проходим, мы не совсем... Вон она стоит. А, нет, это не это она. Это манекен. Это манекен. Это ее одежка. Смотри, сколько тут таких куча. Она, может быть, спряталась среди манекенов. Ничего здесь нет интересного? Вот она. Нет, нет. Это манекен. Так, ладно. Мне что-то страшно стало. Да, куда идти-то? А, вот, давай. Аккуратно. Слушай, что, не вытаскивается? А, есть. А сходи там, посмотри. Вон да там. Нет, там, да там ничего нет уже. Думаешь, ну ладно. О, смотри, это что? Это тот самый. Какой? То самое зеркало, которое на камерах было. Да? Да. О, а зачем оно нужно? А мы сейчас ее будем пугать, да, что ли? Да. Или что? Что происходит? Давай, давай. А где она? Не знаю, назад. Идем обратно. А там что? Справа? Там стена. То есть мы где-то здесь сейчас ее будем что-то с ней, короче, делать, да, получается? Убивать. Вон она стоит. Все, теперь она стоит, точно. Вон она. Это да, это она там тенью. Давай, 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 давай. К ней иди с зеркалом. Она сейчас себя увидит, испугается и... Она исчезла. Она к тебе еще подлетит. Ой, вот. Давай, где она? Она... Сюда, иди на свет. Иди на свет. Выходи на свет. Ой, да! Свет, точно! Я же тебе говорил, динасвет, ты стоишь в тени. Надо, короче, держаться света, я так думаю. Да, давай. Так, сейчас задача схватить, получается, зеркало. И вот оно. Ага. Это конец, я так понимаю. Все, конец. Тогда все, сейчас... ребят, конец. Сейчас пройдем, будем... Осталось ходить, нам убить чрев. И будем потом дополнение. Да, так, давайте, же. Давайте. Вон, на чрев. Давай, беги сразу. Держись света, держись света. Где свет? Где наш свет? Вот свет. Вот, выходи на свет. Где она? Где она? Где она? Где она? Она! Вон она! Она идет! Поворачивай! Хорошенько вдарили. Все, да. Все, 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 давай, а, вставай. А, все что ли? Хватай опять. Хватай, 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 хватай. Хватай, хватай, хватай. Сейчас. Так куда, куда, куда? На свет, на свет, на свет, на свет. Куда? Сейчас появится свет, сразу беги туда. Беги, 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 беги! Беги на свет! Да зачем? Зачем я бросил? Сейчас тебя она убьет. Разворачивайся. На! Дрянь такая, вот так вот ударили ей еще одну справа удар. Хватай, хватай, ну, хватай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Скорее, давай, скорее, давай. Скорее, скорее, бери, бери. Бери, чувак. Бери на свет. На свет беги. Так, так, давай. Так, все, стоим. Так, давай, давай. Огонь. Где она? Где она? Где она? Ну, вот она. Ай-яй-яй! Нет. Сейчас она оттуда выйдет справа. А, вон слева. А, поворачивай. На. Смотри, какая это. Она осторожничает. Поворачивайся. Е, смотри, походу мы ей. Не знаю. Нет, еще мы ее не убили, бери, нифига. Бери, 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 бери. Где, куда? Сюда, 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 еще беги быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Фух, самое главное есть. На свету держаться. Так, где она? Где она? Где она? Сейчас там должна появиться. Ищем. Вот она. Вон. Поворачивайся. Нет, смотри, тут гадость какая. Эпично. Эпично. Слушай. Вон она. Эпично, нет. Слушай, реально. Ну что, давай, давай, иди к нам. Она меня скушала. А как? А вот так. Я же на нее навел зеркало. Ну, значит, не попал. Ну, эпично, так, это было очень эпично. Так, давайте, давайте. Подъем, побежала девчонка. Сейчас батя, как обычно, покажет вам мастер-класс прохождения игр. Давай. Ой, моя хорошенькая, давай. Опа. Не, главное не разбить. Интересно, можно его разбить? Кидай. Пошли. А ну какой деревянный. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла. Ой, моя хорошенькая. Эй, посмотри себя в зеркало. Посмотри, на кого ты похожа. Не хочешь, как хочешь. Сейчас мы да, быстро ее размажем. Давай, так, давай, ну давай. Что, подходи. Вставай подходи на центр, по на центр. Понял нас сразу. Поднимайся, поднимайся, цыпленок, поднимайся, канареечка маленькая, давай. Давай, сейчас мы справимся. Мы справимся с этой гадостью. Так, выходим на свет. А, видишь, отражается, отражаем в нее свет, и она, короче, это сразу. Ну что, иди сюда. Так, вот еще удар, отлично. Подъем, 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 подъем. Хватит валяться. Отдохнем потом. На свет, на свет, на свет. А света все меньше и меньше. Ты обратил внимание, что света все меньше и меньше? Нет, так же. Мне кажется, так же, да? Нет, так же. Ну что, где-то там. Оп, оп, оп.
Оп. Она смотрит, она видит то, что там зеркало. Когда она выходит на свет, сразу мы отражаем свет ей. Да, давай, вставай, вставай, моя хорошенькая, давай, потом покушаешь. Понятно, что силёнок уже нету, что уже хочется отдохнуть. Давай, сколько раз, интересно, надо ее ударить? Раз. Не знаю, я, наверное, последний раз. Раз 500, может быть. Давай. Я думаю, это последний раз. Что? Деда, смотри, меньше света. Да, давай. Где? Вот она! На! Еще удар. Что-то ей вообще поплохело уже. Давай, вставай, моя хорошая. Еще удар. Той, она уже кряхтит. На! Еще удар. Вставай, девчонка. Давай. Быстрее. Она чаще начала появляться, смотри. Где ты там? Вот она. Давай. О, есть, разбили. Зеркало разбито, все, но мы ее победили. Мы, походу, да, убили. Мы ее убили. Походу, мы прошли игру, что ли, получается? Да, смотри, где мы. Че, реально? Смотри, стой. Вот она. Вон она, кто она такая? Сейчас мы, наверное, что-то узнаем. Кто она такая или что? Ты есть хочешь? Сейчас я ее съем. Да, давай, ешь. Я сейчас съем ее, я сейчас поглощу ее душу. Давай, ползи, ножи, еще немножко. Откуси ей ухо. Ухо! Я хочу твой мозг. Мы победили ее? Ну вот как-то так, слушай. Мы поглотили ее душу. Вот это, а теперь мы станем ей уже, что ли, получается? Что происходит? Что происходит вообще? Жуть. Обернись. Она не двигается вообще. Она сама двигается. И сейчас она станет демоном. Или она уже демон. Что произошло, ребят? Мы прошли игру. Крутяк. Все? Крутяк. А, то есть все. Так, что у нас здесь? Пока что-то происходит. Пока она... Что, дальше идем? А, дальше идем. Да, давай, иди. Ла-ла-ла. Иди просто вперед, иди. Смотри, что лопается. Ты делаешь. Да, смотри, чувак, какие мухи вокруг нее какие-то летают. Это не мухи, это сила ее. Сила? Смотри. Она теперь стала боссом этого корабля. Да. Смотри, она убивает всех. Офигеть, она всех убивает. Смотри, просто своим присутствием. Жуть. Поглощает, смотри, жизненную силу. Она поглощает жизненную силу вообще всех. Она просто высасывает ее. Высасывает жизнь. Идите ко мне, я уничтожу вас всех. Давай, иди ко мне. Теперь я вас съем всех. Подходите по одному. Так вот. Вот так вот, засранцы. Все припомню. Хо-хо-хо-хо. Давай. Все. Сколько силы мы поглощаем, да? Ага. Вообще крутяк. Давай. Хотя я думаю... Всех убила. Хотя я думаю, большая сила у этих толстяков его занимает жир. Может быть. Это точно. Может, мы же давай станем. Так, куда мы идем дальше? Ля-ля-ля. Идем на свет. Мы прошли, смотри. Да, мы вышли отсюда в итоге. Мы выбрались из корабля. Давай. Давай, и что сейчас будет? О, комната хозяйки пройдена. Мы получили ачивку, ребятки. Ребят, мы прошли игру, мы выбрались с корабля. Да, крутяк. Так, она вот ушла. Она. Она уже сама идет, видишь, уже все. Снимаем следующую. А, номики, мы их освободили, типа того. Да, мы их освободили. Ну давайте, ребятки, выходите на свет. Все, вы все свободны. Мы с Филой молодцы. Не, они просто смотрят то, что типа ты выбрал. Ну ладно. То, что опачки, она, типа, грибочек поправил, свою шляпочку. Наверное. Мы прошли игру. Все, посмотрим. Да, все, ребята. Игра пройдена. Значит, в следующем видео мы будем проходить дополнение. Дополнение, да, ребят? Да. Если вам понравилось, ставьте лайки. Мы прошли полностью игру Little Nightmares, выбрались с корабля, убили чрево. Ну, съели ее, что, нормальная концовка, милая такая? Да, вполне. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.